Всем привет, с вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре речь пойдет про ежемесячную викторину с денежными призами MediaBoom, которая платит за опросы от крупных спонсоров. От каких именно крупных спонсоров здесь не указано. Кто готов нам платить от 80 тысяч рублей, неизвестно, что это за благодетели такие. Но, как и всегда, данные опросы якобы проводятся для того, чтобы привлечь внимание и получить новых посетителей, покупателей и так далее. С сайтом можете ознакомиться самостоятельно. MediaBoom Ltd. вымышленная компания, поэтому сразу можно предположить, что мы попали на мошеннический сайт. Тем более, что нам обещают от 80 тысяч за 5 минут. Это маловероятно. Приму участие. Выполняется поиск и подбор вопросов от спонсоров, от секретных спонсоров. Подобрано 6 вопросов, вознаграждение составит 153 015 рублей. Нажму, чтобы пройти опрос и получить выплату. Подключение к базе вопросов спонсора. Быстренько отвечу на все вопросы, читать их не буду. Еще осталось 3 вопроса. Здесь показано, что за месяц сайт выплатил уже больше 20 миллионов рублей. В этом я очень сильно сомневаюсь. Потому что там, где обещают огромные суммы денег за 5 минут, всегда являются сайтами-разводами. Выполняется создание внутреннего счета для выплат. Зачисление средств на внутренний счет. Средства успешно зачислены, но в связи с лимитами платежных систем перевод будет отправлен 2 равными частями в течение 10 минут. Чтобы моментально и в полном размере получить выплату, необходимо выполнить закрепительный платеж с моей карты кошелька, будет списана сумма 160 рублей. Интересно, что, возможно, я бы согласилась частями получать эти деньги, но бесплатно, но выбора мне не дают. Я могу только нажать одну единственную кнопку на этой странице. Это выполнить закрепительный платеж. Попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay. Здесь мне дается всего лишь 10 минут, чтобы я заплатила 160 рублей и провела закрепительный платеж. Перед тем, как снимать этот видеообзор, на сервисе ePay я нашла автора этого сайта под ником Greenlight, и он создал целых 10 дополнительных платежей к этому сайту. Оплатив 160 рублей, мы свои деньги получить не сможем, потому что нам нужно будет платить еще 9 платежей, всякие комиссии, аренды счетов, конвертации и так далее. И сразу же становится понятно, что на этом сайте деньги никто не выплачивает, тем более 20 миллионов за месяц. На этом сайте должны платить именно мы. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадем на сайт ежемесячной викторины MediaBoom, и это подтверждает авторство Greenlight. Сейчас я оплачу эти 160 рублей, и мы с вами посмотрим, смогу ли я вывести заработанные деньги. Либо же это все является разводом, и с меня только выманивают денежки все те, которые указаны в дополнительных ценах сайта. Пока поставлю видео на паузу и вернусь к вам, когда оплата будет зачислена. Я успешно оплатила закрепительный платеж. Идет процесс обработки закрепительного платежа. Теперь нужно ввести свои реквизиты и нажать «Закрепить реквизиты за счетом». Идет процесс подключения к платежной системе. Итак, в связи с лимитами платежных систем перевод будет отправлен 2 равными частями в течение 10 минут. Во время перевода средств на указанные реквизиты платежная система запросила комиссию. И эта комиссия составляет 409 рублей. Система Billing Europe Payment якобы запросила комиссию, но на самом деле я знаю, что эта сумма пойдет не какой-то системе вымышленной, а это нужно только автору этого сайта, а именно Greenlight.
Если мы снова посмотрим дополнительные цены к сайту, то сможем в этом убедиться. Все денежки, которые мы будем платить на этом сайте, все пойдут в карман мошеннику. Поэтому данный сайт я категорически не рекомендую вам к просмотру, к оплатам. Не стоит ничего здесь платить, чтобы не потерять зря свои деньги. С вами была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. Всем пока, будьте осторожны.